Почему в Омске ничего не получится? Февраль 18-2015-14 часов цыгане удивительный народ, веками у них получается сохранять свои традиции и культуру. Кажется, идут столетия, а они не меняются. Все те же яркие наряды, песни золотой нищета. Вы все, наверное, видели удивительные дома и наряды цыганских баронов. Огромные золотые цепи и кресты, дворцы утопающие роскошной мебели и коврах. Мы смотрим на эти картинки и смеемся. Почему? Да потому что это жуткий кич. Цыганщина, синоним пошлости и дурновкусия. Передаем привет Надежде Кадышевой. Если вы начнете изучать образ жизни современных цыган, то с интересом обнаружите, что многие, несмотря на роскошные дворцы, живут в палатках во дворе. Кочевому народу палатку гораздо комфортнее их дворца и готовить лучше на улице, чем на своей позолоченной кухне. А изучив архитектуру дворцов вы обнаружите, что несмотря на все миллионы, цыган все равно строит обычный сарай, просто добавляет побольше этажей. А интерьер такого дворца больше походит на интерьер мебельного магазина, чем богатого дома. Сравните любой цыганский дворец с обычным загородным домом богатого европейца или американца. Просто цыган не вырос из своей палатки он просто не понимает, каким должен быть дом или каким должен быть костюм. Бесполезно с цыганом спорить об архитектуре, уюте, планировке его жилища. Вы не подберете слов, чтобы ему объяснить это. Это все равно, что поймать на тропическом острове аборигена и рассказывать ему про снег, каток в парке Горького и жизнь в условиях вечной мерзлоты. Ваш собеседник может быть неплохим парнем, добрым, умным, просто он не будет вас понимать. Вчера в Омске прошло заседание архитектурно-градостроительного совета Омской области, где утвердили колхозный вариант благоустройства улицы Ленина, о котором я недавно писал. У губернатора Омской области Виктора Назарова поинтересовались, не желает ли он все же сделать улицу хорошо? На что тот ответил, я готов поддержать любое хорошее начинание, но главное нам не заболтать проект, мы можем обсуждать его и год, и два, и три. Но нам нужно принимать решение. Нужно понимать, что у нас три столетия города, у нас градостроительные, технические нормы, чтобы к 2016 году эта улица уже была готова. Это значит, что не будет в Омске ни конкурсов, ни обсуждения судьбы главной улицы города с жителями и экспертами. Не потому, что губернатор у них неправильный. Я общался с господином Назаровым. Отличный мужик, приятный собеседник, уверен. Он хорошо выполняет свои обязанности. Не будет же Путин ставить плохого губернатора. Он обеспечивает Единой России нужный процент на выборах, а Омску выбивает подарки у Газпрома. Всем бы такого губернатора. Но он просто не понимает, как в городе можно вдруг взять и сделать что-то хорошо. За те же деньги, но с другим подходом. И с ним бесполезно это обсуждать, потому что вы не подберете таких слов, чтобы ему это объяснить. Еще раз. Не потому, что он глупый, просто он из другого теста. Он вырос в системе, где что-то хорошее надо делать к 300-х летию Омска, а не для жителей, где дают, бери, бьют, беги и не привлекай внимания. Ничего страшного для Омска не произойдет. Поведение губернатора полностью соответствует сегодняшнему общественному запросу о мечей. Я почитал комментарии на различных омских форумах и там преобладает мнение, что пусть хоть как-то сделают или сейчас хорошо, лучше раздайте эти деньги людям, а то все разворуют. Говорят, на три столетия Омска может пожаловать сам Путин. Вы можете себе представить ситуацию, когда приезжает в Омск Путин, его ведут по городу, а тут в центре все перекрыто и идет стройка. Путин спрашивает губернатора, Виктор Иванович, простите, а что это у вас тут за стройка посреди города? Знаете, Владимир Владимирович, нам тут несказанно повезло, и «Газпром» выделил деньги на реконструкцию главной улицы города. Мы тут подумали, что такие подарки не каждый день Омску перепадают и решили не спешить, а сделать улицу хорошо. Провели конкурс, пригласили лучших мировых архитекторов, сделали хороший проект, а потом начали стройку с соблюдением всех технологий, чтобы навека было, и не развалилось через год. Так что, к трем никак не успели, да и не очень спешили. Гости-то уедут, а нам с этой улицей потом жить. Как думаете, понял бы Путин такого губернатора? Традиции: Омск, Россия. Leave a comment, read comments. 133